Служба участковых уполномоченных полиции всегда считалась самой близкой к народу. В следующем году одному из важных и многофункциональных подразделений в системе органов внутренних дел исполнится 100 лет. Что входит в обязанности участкового полицейского и как проходит его рабочий день? Ответы на эти вопросы в сюжете нашего корреспондента. Добрый день, участковый уполномоченный полиции. Откройте, пожалуйста. Сегодня у Евгения Федорова плановая проверка по месту проживания условно осужденного гражданина. Подобные визиты участковый уполномоченный полиции проводит регулярно, держит под контролем его поведение и проводит профилактические беседы. Не употребляешь сейчас? Нет. Никогда не откажет, всегда найдет время, чтобы все это уладить, все вопросы решить. На работу я сам устроился, так бы я даже по работе бы мог обратиться к нему, и я думаю, что он бы не отказал бы. В зоне его ответственности весь 115-й квартал. Участковый уполномоченный следит за порядком везде, и в жилых домах, и на улицах, и даже в сетевых торговых объектах. В этом магазине в начале года была совершена кража примерно 16 тысяч, после чего гражданка была задержана, которая ее совершила, и впоследствии привлечена к уголовной ответственности. Сотрудник полиции распознал преступницу с помощью камер видеонаблюдения. Сейчас злоумышленница находится в местах лишения свободы. Обеспечивать правопорядок и защищать покой граждан Евгений Федоров мечтал всегда. С малых лет наблюдал за отцом, который 20 лет проработал в уголовном розыске. С тех пор и решил, что тоже будет носить погоны. Никогда не слышал от отца каких-то отрицательных моментов. Он в семью это никогда не переносил. Только положительные были эмоции. И, в принципе, с детства у меня уже устоялось то, что это вполне достойная профессия. И работы много, да, каждый день что-то новое. И не бывает такого дня, что как-то одно и то же. И не бывает такого дня, чтобы не поступали слова благодарности. Ведь служба участковых уполномоченных полиции – это первая инстанция, куда со своими вопросами и бедами приходят люди. А задача сотрудника – услышать каждого и непременно помочь. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.